Снова здравствуйте. Продолжаем проходить симулятор козла. Ну, не то, что проходить, а просто ломаем и убиваем всяких чуваков, людей. А в прошлом выпуске я вам говорил, что данный козел может превращаться и в других животных. Сейчас я вам на примере этого покажу. Вот мы заходим... Я тут сломаю машину тупую. Так, вот мы заходим сюда. И можем выбирать различные одежки. Он прям превращается полностью. Мы также... Первое, что мы можем сделать, это надеть костюм Человека-паука. И мы можем вот так летать. Бежать и прыгать. Как Человек-паук высоко. Ну, не высоко, конечно, но все же. Вот так, шу. А подожди, что он делает? Нет, он что-то другое делает. Он пускает свой язык. Я маленько не понял, что он делает. Но очень достаточно прикольно сделано. Вот. Потом мы можем превращаться в пингвина, в жирафа. Также использовать специальную ракету, которая ставится на этого козла. И мы можем летать ввысь. Взлетать, так сказать. Какие-то рабочие тут работают. Сейчас мы их будем валить. Что на моей территории тут делают, непонятно. О, смотри, машинка гоняет тут. Нифига себе, тут гонки, смотри-ка. Давайте попробуем эту машину раздолбать. Ну-ка. Или я, или она. Одну из двух. Сейчас посмотрим, кто же... А, к сожалению, не получилось мне ничего сделать. Так, попытка номер два. Я почти долбанул. Ну и последняя попытка. Нет, не получается, к сожалению, бедный козел. Так, я вот там стройку видел. Может, можно залезть наверх. Помимо этого, мы можем в данной игре замедлять время и пространство. Вот, допустим, давайте сейчас я покажу вам по конкретному примеру. Вот давайте запрыгнем на батут. Так, попрыгаем мы на батуте. Тут есть кнопочка такая, замедление времени. Мы ее нажимаем, и наш козел так может прыгать. И мы можем в замедленном темпе все вот так вот летать, прыгать. Все, как будто мы в матрице находимся. Вот, и можем, допустим, когда мы в кого-нибудь врезаемся или происходит взрыв какой-то, мы можем это использовать. Так, бежим, самолетики летают, все продолжают летать. Вот, допустим, давайте вот на этой конкретной катапульте попробуем это сделать. В прошлый раз я ее использовал без замедления, а в этот раз хочу сделать с замедлением. Так, подходим к этой катапульте. Ай-яй-яй. Так, сразу замедляем время и подходим к ней. Нажимаем и летим, восвоясь куда-то вперед с высунутым языком. Мы считаем себя Человеком-пауком. Можем управлять в полете. Давайте в электростанцию долбанемся. И так. Ударит ли меня током, я не знаю. С высунутым языком. Так. Также помимо вот этого Человека-паука, как говорим, можно превращаться в различных животных. Но они постепенно открываются. Сейчас я вам покажу, какие животные у меня уже открыты. Но они сразу у меня открываются. Первое животное это у нас пингвин. Да-да, пингвин. Вот такой вот пингвиненок, который может вот так с вами передвигаться, может идти медленно, может прыгать, даже может вытаскивать язычок. Вот так вот. Также может кайфовать. Вот так вот. Кайфовать может. Также может разгоняться, вот так вот, смотрите. Как вот. Вот так вот можем кататься по дороге, прыгать. Как настоящие. Сбили меня. Бедный пингвин. Ну-ка, сейчас догоню тебе. Как видите, скорость отличается от козловской, от козла, который, да, двигается он. Мы можем перемещаться с достаточно быстрой скоростью. И вот так вот влетать. Давайте попробуем на трамплин. Ну, мне тут раз. Так, ну-ка замедлим скорость. Замедлим, неинтересно. Можно, в принципе, на трамплине попробовать, но там далеко добираться. Ну, хотя можно попробовать, что нам. Главное... мы сломали ворота, нет! Как быстро перемещается этот
пингвиненок, хотя он должен, по идее, медленно-медленно двигаться, а тут он прямо летает, можно сказать. Давайте попробую я в замедленном этом. Так. Сейчас попробуем в замедленном этом виде разогнаться, что есть мочи. Так. Вот наш пингвин. Давайте. Это сделаем. Итак, ай-яй-яй-яй-яй, слишком быстро двигается. А, ну что ж, управление такое. Так, мы... Вообще не то я делаю. Неважно. В полете. Нифига себе. Я летучий пингвин, я лечу, куда хочу. Вот это я поднялся. Высота громадная. Можем рассмотреть всю обстановку, весь городок. И приземляемся. Давайте убираем время. А, смотри, он даже летает лапами. Я лечу. Падаем, нажимаем. И падаем, так сказать. Что есть мочи. Давайте сейчас попробую я. Так. Все-таки разогнаться на этим пингвинком этим. Так. Нацелим. И пошли. Замедляем. Я летучий пингвин. Пингвин. Мы летим, все летим. Летим. Вот, пролетаем домики всякие. Такие, хорошо летаем мы вокруг. И приземляемся прям на кого-нибудь. Сейчас приземлился точно. Отлично, отлично у вас получилось. У меня получилось. Отличный прыжок. Вот, также мы можем здесь, сейчас я вам покажу, что мы можем в кого превращаться. Мы можем превращаться вот в джетпак. То есть мы используем козла как ракету. Нажимаем и полетели. Вот так вот, вперед, козлы. Только... Надо где-то разогнаться, как я понимаю. Ну-ка, попробуем прыгнуть. Ой, я куда зашел? Вот глюк игры, я зашел. Тихо стоять. Так, что-то у меня тут замкнуло. Разработчики, у меня замкнуло. Кстати, выйти отсюда. Еще раз попробуем. Нам нужно прыгнуть и нажать кнопку. И мы полетели. Давайте в замедленном темпе. Надо выйти на дорогу. Так, я уже запутался тут. Я хочу летать. У меня нет крыльев, но я хочу летать. Так, давайте попробуем прыжок. И мы полетели. Бедные людишки. Я козел, я козлина, я лечу, словно сила. А у меня есть такая мысля. Мне такая мысля есть попробовать вот там вот. О, смотрите, я лечу. А что это такое? Смотрите, глюк, что ли? Попробовать против машины. Так. Давайте попробую я против машины. На шоссе сейчас выйду. Ах, он меня бить. Так, где тут шоссе? Так, вот шоссе. Попробовать против грузовика попереть. Кто круче, я? Козленок бежит. Не получилось, к сожалению. Так, попрыгаем. Так. Смотрите, я лечу. Я просто лечу. Я козленый. Вертолет. Самолет. Высунув язык, мы летим куда-то вдаль. Вот, и тут еще есть жираф, но остальных, к сожалению, не открыл. Надо для того, чтобы открыть, как я понимаю, надо выполнить определенные условия, да, чтобы наш козел, а мы все летаем. Мне нравится прям летать, прям вообще нравится летать, вот так вот. А давай включайся. Так. Давайте затем настройку попробуем, не получится, скорее всего, это сделать. Козлиная душа хочет...
Так, выключим этот. Включим обычного козла. Попробуем. Тут вроде как-то он еще по лестнице может забираться. Я ни разу не пробовал. Да, вот лестница. Залезет ли он на лестницу на это? Смотри-ка, лезет. Кручу-верчу. Так. А вот можно сюда залезть, интересно? Либо сбодать? Нет, скорее всего, мне кажется, нельзя. Так, давайте попробуем подняться наверх. Вот еще одна лестница. Ай-яй-яй-яй. Управление, конечно, неудобно на планшете. Ну, самую малость, можно сказать. А, попасть тяжело. Я как понимаю, он поднимается с помощью языка. Отлично, мы поднялись. Ну-ка, можно ли еще... Ай-яй-яй. Я хочу смертельный номер сделать. А знаете, в чем заключается? Взлететь. Так, подожди, мы тут идем. Так. Ай-яй-яй-яй. Итак. Ну что, братцы-кролики, полетели? Полетели! Мы все летаем. О, на бензокалку можно залезть. Летающий козел, это круто. Смотри, глюк игры? Нет, не глюк. Так, давайте попробуем. Так вот. Смотри-ка, он даже не это. Вообще ноль эмоций. Никакого взрыва, ничего нету. Вот такие эти можно мы превращаться в различных животных, прыгать и летать на этом. Давайте попробуем зажать бензобак. Так. И полетели. Очень прикольная, конечно, игра это, симулятор козла. Единственное, меня что, маленько огорчило, что тут всего один уровень, был бы побольше уровней. Или я, может, слепой, не знаю, но уровней очень-очень мало. Возможно, на ПК-версии уровней было побольше, можно было поразнообразней что-то делать. Ну все, опять мы полетели в полет, летаем и туда-сюда. Вот. Ну вот все, что хотел сегодня показать. Не знаю, буду ли еще писать именно прохождение этого козла. Я вроде все использовал. Единственный момент, если смогу разблокировать этого жирафа и всего остального, другие же, то покажу. Проблема в том, что я после первого, последнего раза, когда вам выкладывал прохождение, у меня все мои сохранения сбросились. Не знаю, с чем это связано. Вот. С вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.